со своими сыновьями, отцами, мужьями. В этот раз урок мужества прошел для учеников первой школы. Ребята с интересом ждали гостей, которые еще совсем недавно были на передовой, а сейчас проходят реабилитацию в одном из санаториев Министерства обороны. Долбили по нам с 12 дня до 7 вечера. Ну, периодически пролетал коптер. Ну что, темнело уже. Надо как-то с подвала выходить. Благо, что вышли. Хотели взять у нас, наверное, живыми. Они поэтому били по конечностям и в основном такими гранатами закидывали шумовки. Ну, это долго мне нужно объяснять, там, что, шумовая, какая там граната. Ну, в общем, отбились немножко. Выходим. Я сразу-то и не понял, что ранен. В отличие от своего тезки, Сергею долго везло. Его буквально стороной обходили ранения. Однажды мужчина оказался в зоне поражения осколками. Понимал, что ранения не избежать. Однако случилось чудо. На реабилитации мужчина оказался лишь из-за травмы. Однако первую помощь ему не раз пришлось оказать. Конфликт на Украине – это самый крупный конфликт в мире со времен Великой Отечественной войны. Он уже даже по масштабам переплюнул две Чечни. Эта война, она другая. Она современная. Она с использованием современных средств разведки, с тепловизорами, с дронами. Ты противника можешь даже не увидеть. Почему вот мы не говорим о том, как лучше стрелять, как бегать, там, заниматься боевой подготовкой, а именно медицинской подготовкой? Потому что ты можешь ни разу с автомата и не выстрелить, а раненые у тебя будут всегда. Какие-нибудь прилеты снарядов, просто человек оступился, сломал ногу. Раненые будут всегда. Именно поэтому на уроках мужества отдельное место уделяется первой помощи. Эти знания пригодятся каждому, ведь получить серьезную травму возможно и в обычной жизни. К сожалению, не каждый знает, как помочь другому или самому себе. Мы его берем. Держим зубами, перекладываем, делаем нахлёст и дальше уже сами продолжаем туго наматывать и просто завязываем вот здесь. Все, мы себе передавили, получается, остановили кровь. Все, мы оказали себе первую помощь, все, что можем, это сами мы себе сделали. Бинтовать самому себя очень сложно, это тебе уже должны помочь. Но здесь мы уже остановили кровь себе и уже оказали первую помощь. Однако при оказании первой помощи следует помнить, что любая ошибка может дорого стоить. Попадают к нам на реабилитацию и медбратья, и врачи. Один из медбратьев, который недавно только вот убыл, ему протез будут ставить. Почему он потерял ногу? А потерял ногу как? Он с поля боя вытаскивал раненых, и как он говорит, ну, как они говорят, первый прилет был в руку. Он говорит, ну такой, говорит, я особо не чувствовал, говорит, второй прилет был в ногу. Говорит, я себе ногу перетянул жгутом, все. Ну, в общем, пока он всем оказывал помощь, отдавал уже и медикаменты, и все. Да, он получил заражение, нога была перетянута, он потерял сознание, а снять вовремя не успели этот жгут. В рамках этого урока школьники с интересом задавали волнующие их вопросы, касающиеся самых разных сфер. На каждый из них они получили ответ из первых уст. В завершении встречи участникам специальной военной операции передали посылки, рисунки и письма от учеников первой школы. Находясь там, получать просто элементарно вот такое вот маленькое письмецо или открытку, блин, это такой подарок, это так вдохновляет, вот серьезно, поднимает вот какой-то настрой там, ты сразу вспоминаешь о своих детях, и совсем по-другому все идет, поэтому огромное спасибо всем, кто этим занимается, вы огромные молодцы. В подарок гостям прозвучал музыкальный номер.